Профессию учителя выбрала по совету мамы и, как оказалось, не зря. В этом году Анна Семирова стала директором самой большой школы в Подмосковье. Решение уйти из любимой Савино-Каринской принять было нелегко. С трудом оттуда уходила, мой любимый коллектив, моя душа, мое сердце я оставила там. Но то, что сейчас происходит в моей жизни, наверное, это какой-то новый этап. И свою душу я также вкладываю в эту работу, в этот коллектив. И верю, что у нас получится действительно достойное образовательное учреждение. Работать сейчас приходится 24/7, говорит Анна Николаевна. Но трудности не пугают. Не сдаваться, идти до конца и делать свое дело с любовью – ее основные жизненные принципы. По таким же критериям она подбирала педагогический состав в новую школу. Были учителя, которые спрашивали и про заработную плату, и про условия работы. Но как только учитель называл фразу, что я очень люблю детей, и я люблю передавать им свои знания и опыт, я хочу вкладывать то, что я наработала за все эти годы, для нас было это основным показателем, что да, это наш человек, это член нашей команды. Как результат, в школе «Багратион» коллектив, состоящий из молодых, оптимистичных и профессиональных педагогов. Первый учебный год начали успешно во главе с Анной Николаевной. Я думаю, что человек на своем месте. Вы знаете, как это сразу чувствуется? Когда человек на своем месте, он знает, что он хочет, он знает, как он будет этого добиваться, и он знает, какие помощники ему нужны. Ведь это удивительно, за 2 месяца Анна Николаевна собрала потрясающий педагогический коллектив. Коллектив новой школы хоть и молодой, но уже единый слаженный организм, уверенный директор. А все потому, что цель у педагогов одна – достойно обучить и воспитать молодое поколение, которое, возможно, придет им на смену.